Мы на месте. Приветствуем Антру. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Накивает. У нее во рту какая-то подключка, как конструкция. И руки расставлены, ноги тоже расставлены. И снизу, как гудроном, она залита таким резиной какой-то. Хорошо. Сканер, просканирую сейчас Антру. Отключи эту подключку. Вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами выведи это все из биополя. Процесс пошел, и сила моего намерения выдавлю из нее этот гудрон, находящийся в ногах. Этот гудрон выходит, формируется перед ней в шар. Гудрон вышел в шар. Отправляю его в клетку-тюрьму. Подключка тоже отключается. У нее голова полностью, шея и рот почему-то очень сильно готова. Отправляю в клетку-тюрьму. Так, лучше, Антра? Кашляет, говорит намного. А вы не знаете происхождение этой подключки? Она говорит, подключку не знаю, но вот этот гудрон, может быть, я насобирала. Не знаю, не могу представить. Хорошо, сейчас будем разбираться. Хорошо, даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Антры, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Антры, находит все. Но у нее сразу вышел рептилоид, 2 грея, конструкция к верхней, лизард, джин и демон. Какой демон? 14. 14-герцовый демон. Какой у нас джин? 28-13. Синий. И какой у нас рептилоид? 14. Ты военный, да, рептилоид? Военный. Понятно. Итак, я смотрю, эта конструкция, которую вы установили, она реально нарушает все законы, которые только себе можно представить. На каком основании вы это сделали и какая цель этой подключки? На основании доступности. Как это понять? Ее энергии были открыты и доступны. Чувства смешаны. Ну и кто тебе разрешал воровать? Разрешения не было. Значит, ты без разрешения делал. Но энергии были хаотичны. Ну, какие бы ни были энергии, это ее энергии были, и она не давала вам своего согласия на эту откачку. Конструкцию, которую вы остановили на нее, на голову, на челюсти, это одна из таких форм, я и видел такие вещи. Она очень серьезно воздействует на биоробот человека на физическом плане. Тем более это запрещено. Я спрашиваю, Греев, на кого из вас сегодня установить эту конструкцию и дать ему откат всей этой боли, которую она получила? На одного из вас или на всех? Нет, нет, Грей ни при чем. Как Грей ни при чем? А что вы здесь делаете? Грей лишь работали. Работали и находились в этом биополе. Устраивали, устанавливали эту конструкцию. Вы делали это добровольно, вы делали это по приказу. Или как это понять? Вы руководили этой операцией или рептилоид? Мы устанавливали рептилоид, контролировал. Это в интересах нас обоих. Ну, хорошо. Сейчас я вам объясняю вашу ситуацию. Вы являетесь заложниками Антры. Она вправе сделать с вами что угодно. Хоть эту конструкцию установить, хоть живую плазму у вас кинуть, что угодно. Поэтому начинаем сначала с реверса энергии. Но перед этим я хочу уточнить, у кого есть контракт с Антрой? Ни у кого. Это твой гудрон, демон? Мой. Какой смысл этой подключки, этого гудрона? Гудрона? Так он же накапливал весь ее негатив. И без различия. То есть оно все стекалось туда вниз, и этот гудрон собирал это все. Укреплял и налеплял. И что бы оно было, если бы оно дальше так продолжалось? Ты бы ее полностью залепил? Покрылась бы сама. И что, что бы с ней случилось после того, как она накрылась этим гудроном? Покрылась? Депрессия случилась бы, грусть. Этот гудрон не пропускает никаких энергий, да, высоких? И понижает вибрацию? Угу. Хорошо, значит, сейчас начинаем реверс. Я буду в процессе задавать вопросы, будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Антры спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе, выстраивая также канал к этой конструкции и к этому гудрону. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Антре. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Все назад. Сколько демон находился в биополе? 5 лет. Хорошо. Ты в квартире может, есть? Может, 6. 5 или 6?
6-6. Присутствуешь в квартире еще? Присутствую. Кто еще присутствует в квартире? Джин? Присутствует. Грей и рептилоид? Присутствуем. Понятно, там стоят ваши платы. Я их, кстати, видел в спальне. Красивые, да? Это Грей говорят, наверное, да? Грей. Грей, вы что, сейчас хотите от меня какое-то восхищение услышать? Они видны, я их вижу. Этого достаточно. Джин, сколько ты находился? Некоторые их чувствуют. Не понял. Некоторые проживающие там их чувствуют. Конечно, их будут чувствовать многие люди, только не будут понимать, откуда это идет воздействие. Неприятные энергии для них. Так и есть. Джин, сколько ты находился в этом доме? В этом биополе? И в доме он тоже присутствует. 3 года. Лизар, сколько ты присутствуешь? 4 года. И рептилоид с двумя греями, сколько вы присутствуете в этом биополе? 12 лет. Душу воровали? Частички? Нет, нет. Сканер просканировал полноту души Антры на настоящий момент. 99. Где находится 1% грей в конструкции? Конструкции. Хорошо, ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Антра забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Антра себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилили потоки в 50 раз. Демон, скажи мне, где находятся лярвы в биополе Антры? То, что они есть после 12 лет конструкции, я даже не сомневаюсь. И ноги тоже. Итак. На горле. От этой конструкции, да? На подошвах. Подошвы, хорошо. Еще где? Голова, сердце? Все на горло стекало. Понятно. Ты хочешь забрать эти лярвы? Они тебя интересуют? Да. Хорошо, я дам тебе отдельную команду. Когда ты выйдешь, сначала вытащишь все, что ты оставил, потом получишь отдельную команду на лярву. Ждем окончания реверса. Демон, у нее силы забирал через этот кудрон. Ей возвращается красной чакры энергия. Понятно. И тяжело было это носить на себе. Она тратила физические силы. От такого воздействия, безусловно, это тяжело носить. И по-любому он получал все эти энергии на физическом плане. Красная чакра – это его энергия, да. Реверс закончился. Хорошо, выходи, демон. Снимай сначала все, что ты оставил в ее биополе. После этого доложи мне на месте, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. У него перчатки только. Хорошо. Снял он их. Хорошо. Разрешаю тебе забрать лярвы. Забирай все. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Готов. Хорошо. Джину выходить не надо. Джин, собирай всю свою пыль, втягивай в себя все подключки. Ничего не оставляй, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он может сгореть. Я вас предупредил. Готов. Лизард, ты сидел в сердечной чакре? Сердечной. Как ты воздействовал на нее? Как она ощущала это? Все переживания через сердце шли? Или ты скреб там? Или как это было? Смотря кому. Кому-то через сердце увеличивал чувство страха, жалости, любви. А кому-то скреб отталкивал. Хорошо. Выходи, вытаскивай свое гнездо, все свои энергии. Ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. Готово. Хорошо, Грей, посмотрите, на вашей чистоте что-то осталось незамеченным, что я еще не вытащил. В глазах у нее что-то есть. Хорошо. Сканер просканирует сейчас то, что находится в глазах. Грей один выходит, вытаскивает то, что осталось в глазах. Сканер. Это как оболочки. Хорошо, снимай. Сканер тебе знает эту подключку. Хорошо, идем дальше. Включая внутренний белосвет Антри, этим светом она выдалит из себя все негативное, патогенное, низкоаббрационное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Народ открывает, как будто челюсть проверяет. Шарик небольшой уже. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, уходит на переработку, закрывая печать и растворяй. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Антре, моя энергия сжигая каналы. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку, закрывая печать и растворяя. Готово. Хорошо. Все прошли проверку. Лизард, я тебя сейчас отпускаю на твою чистоту, ты больше никогда не придешь. Это первое и последнее предупреждение. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая печать и растворяя. Готово. Сейчас я открою портал в квартиру, и демон вместе с джином идет в этот портал. Собираете все, что вы там оставили. Через несколько минут я приду, все проверю, отпущу на чистоту
вашу первый раз демоном, как договорились. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Антры. Джин вместе с демоном уходит в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, у меня здесь находится два Грея и рептилоид, 114 военный. 12 лет находились с конструкцией. Челюсти установили, в глаза установили, на голову установили. В общем, когда мы рассинхронизацию делали, так там вышел целый шар. Энергия такого еще не видел. Еще и в квартире там осталось. Я могу и сам убрать, если тебе все нужны. Да, мы всех заберем, убери платы сам. Сам уберу, хорошо, договорились. Под конструкцией тебе не нужна больше? Нет. Под конструкцией этим шаром с гудроном открываю воронку в галактическое ядро. Это все уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готовы, их забрали тоже. Отлично. Клетка у нас пустая должна быть. Пустая. Поехали дальше. Поехали по частотам. Хорошо, Антра, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Я наполнилась и искрюсь. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Антры в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Квартиру Антры ты видела. На счет три ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Да, здесь. Хорошо. На счет три перед тобой появляется тонкая копия собаки Пуцы. Пуцы стоит перед нами. Есть Пуцы. Привет, Пуцы. Мы пришли тебе помочь. Обижают тебя тут интерференты, да? Порталы мешают. Черт мешает, да? Хвостом потихонечку машет. Хорошо, сейчас я помогу. Включаю внутренний белый свет Пуцы, и этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Все, выдавливаем чужеродное. Готово. Большой шар? Да, как мяч. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Макушку головы Пуцы начинает поступать необходимое количество ей собачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. И частота вибрации поднимается до комфортного уровня Пуцы. Готово. Синхронизируется, энергии вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Пуцы, как ты себя чувствуешь сейчас? Он показывает, как у него энергии внутри. Красивые. Разливаются и выходят за его границы. Ему это нравится. Отлично, хорошо. Он чистый. Мы порталы закрыли. Больше никакого негатива здесь не будет. Теперь ты здесь хозяин. Будем возвращать тебя назад. Ты ничего хозяйке не хочешь передать? У тебя есть какие-то желания? Но он лает, он ей показывает, что вокруг демон черт. А, были. Их уже нет. Он всех закрыл. Да поэтому ты, когда лаял, ты лаял на них, да? На них лаял, показывал. Хорошо, теперь мы объясним. Ну, теперь хозяйка теперь наконец поймет, почему ты лаял. Но она слышала его. Но он так считает. Она слышала твой лай, но, может, она и не поняла, что это порталы. Во всяком случае, их больше нету, демона тоже нету. С чертом, ты здесь хозяин. Доволен? Портал он убрали, значит, он донес правильно до хозяйки. Можно и так сказать. Он так это понимает. Значит, так и есть. Молодец, Пуцы, ты свою работу сделал. Благодарим тебя. Возвращаем Пуцы в его систему биоробот-душа. Синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово.